Хау, народ! На связи любитель отделок видеоигр, а еще вдобавок любитель кошечек с ушками, такими няшными. И у нас опять тупик! Как всегда, и мы опять лазим. Мы остались на том, что за нами бегают зурки. Зурки это, если что, хэдкрабы, они их неправильно называют. Но это не суть. Но мы сейчас сдохнем опять, потому что... Я не знаю, почему, если честно. Мы сдохнем, но так и есть. Все, погнали, погнали еще раз. У нас много попыток, знаете, у нас немало попыток, чтобы этих всех удрать от них. А, хорош, вот это паркур жесткий. Вот это паркур хороший. Отстаньте! Я кот, отстаньте от меня! Я не подвластен вам! Вы не такая шаверба, как я! Уйдите от меня! Ай, ложки! Нужно было удерживать. Но это не факт! Хорош! А я хорош! Кошачий паркур, как всегда, рулит! А? Что? А, может, сюда? И правда. Ой-о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 й! Не надо, братцы мои. Хэдкрабы сраные, ложки позорные. Давай сейчас, как в этом, в Дайланте будем. Так. Да нет, нам наоборот нужно. Опа. Ну, что ты? Прыгать будем? Так. Брат! Мя. А, я понял. О, я понял. Смотри. Есть! Есть! Я все понял в этом мире, да? О, да. Нахер вас! Вот это икшончик! Вот это хорошо! А? Кто-то когда-то так развлекался. У меня, конечно, ну, у нас, конечно, у всех нас лагало немножко, но это не суть. Все равно экшен хорош. Док должен быть где-то рядом. Осталось совсем немного. Ты что, подвернулся? Ой-ой-ой, лапа. Ай-яй-яй, ну да, с такой-то высоты прыгнуть, сигануть. Мы, конечно, все понимаем, что у кошек 9 жизней. Да, полежишь нормально. Да? Вот современная медицина, а? Полезал и отлично тебе. Девушкам на заметку. Да, все. Все будет отлично. Все будет просто охеренно. Все будет просто замечательно. Если ты полежишь себя. У тебя прям все невзгоды, невзгоды снимутся. Так. Ага. Ну ясно. Все. Элементарщина просто. А? А, алло. Игра. Тихо, спокойно. Игра охреневает просто. А. Добрый день. Может, мячик куда-то нужно забросить? Ладно, не суть. Не суть, вообще не суть. Опа. Ну и что это? Ай, ну ты здесь не подойдут. Это электрический генератор. Ну, похоже, чтобы он забрал какая его часть. Ну, ясно, да, я знаю. Я уже понял, спасибо. Спасибо за объяснение, я все уже понял. Нету части, а где ее искать, никто не знает. Ну, наверное, по проводу. Чё? Это зурки? Эба, сейчас должен быть стелс. Мяу.
Добрый день. Опа. Пацаны, здорово. Лошки. Что вы делаете, братцы? Что вы делаете, братцы? Так, ну здесь явно ничего нету. Ага. Так здесь тоже. Ну, возможно, тогда нужно обыскать дом. Опа. Нихера себе. Что это за Эйнштейн? Эй! А, это док, нихера. Погоди, ты не Зурк. Кто ты? На тебе мой значок. Откуда он у тебя? Тебе послал мой сын? О, Шеймус, мой умный мальчик. Я здесь один, уже целую вечность. Пришел сюда, чтобы протестировать Дефлюкс, но все прошло не по плану. Я хочу вернуться домой. Я очень скучаю по сыну. Если хочешь, можешь осмотреть дом, но понятия не имею, как выбраться из этого места. Нужно быть просто таким охеренным, как я, да? Все элементарно, дядь. Если ты не такой, как я, то ты просто... Шо-шо-шо? Эй, осторожнее с дефлюксором. При полном заряде он высасывает зурков из конфетти. А. Для работы этой крошки... Для работы этой крошки требуется 1021 гигабайт электричества. Единственный источник энергии, способ его создать, это генератор за домом. Проблема в том, что он не запускается. Наверное, перегорел предохранитель. А учитывая, что вокруг кишат зурки, выйти наружу, чтобы его починить, для меня слишком опасно. Я не такой быстрый, как ты. Если доберешься до генератора и заменишь предохранитель, я смогу перезарядить дефлюксер. Иди за мной, я покажу, что делать. Давай, погнали. Погнали. А вот интересно, им нужна еда. Они заправляются каким-то топливом? Может, они на бензине? Или... Нет, они скорее не на бензине. Не на бензине, а на электричестве. Ну подожди, а почему они постоянно... Они уже 2 миллиарда лет работают. Как они столько работают? Вот, держи предохранитель, он совершенно новый. О, спасибо. Генератор включает громко, как... Так что жди зурков. Как только потянешь генератор, я смогу зарядить и запустить дефлюксер. Следуй за этим кабелем, замени предохранитель и возвращайся. Удачи! Thank you very much. I very good. Почтительный человек. Погнали. Погнали. Ну, мы, в принципе, все знаем. Мы все знаем. Ой, господи. Кого ты учишь? Мы самая продвинутая шаверма в этом городе. Так, окей. Передохоль. Вот это да. Я, пожалуй, как бы отсюда. Себастьяна, можно? Нихера себе. Ну, пацаны, я, в принципе, это, пошел. Охренеть. Да ты шо, блядь? А как я доберусь обратно? Может, мне просто нужно это переждать, пока они все исчезнут? Нахер. Испепелим их! Да! Да, Бэтмен? Отстаньте! Не нравится мне здесь. Знаешь, есть вот фраза «нравится мне», а вот это мне не нравится!
Не нравится мне, когда зурки меня, бля, кусают. И мне в попу залазят. Не нравится мне, когда этот дурачок-робот не светит там, где я, чтобы просветить путь мой. Так. А, да, господи, отстаньте. Пацаны, пацаны, отстаньте, отстаньте. Отставить бредни, братья. Отстаньте от меня. Эй! Да вы задрали. Опа, а я хорош, хорош. Опа, опа, опа. Ну попробуй, попробуйте. Так, ну когда я там уже буду? Меня ничего не спасет. Так, окей, а тут особо спасение-то и не нужно, да? Или, бля, нужно. Окей, окей. Давайте ко мне, братья. Их здесь нету. А, их здесь нету. Все спокойно. Все спокойно, идеально, красота. Ууу, да? Класс, класс, мы их захерачили. Отлично, ты включил генератор. Видел, как, какая мощная штука? Этот дифлюксор, он точно поможет нам выбраться отсюда. Погоди, возможно, я... возможно, я смогу установить дифлюксор на твой дрон. Ничего себе. Больно, наверное, дрону сейчас. И как это работает? Сработал дефлюксор установлен на твоем дроне. Он не, предназначен для работы от такой маленького источника питания. Если используешь его слишком часто, он может сломаться. Угу. Только помни, это не игрушка, а теперь пошли в поселок. Я возвращаюсь домой, сын. Я тебе не сын. Уф, я кот. Я классный кот. Ай, мяу-мяу-мяу. И мяу-мяу-мяу. Зурки, зурки, зурки. Так, он здесь? Да, он здесь, здесь. А как его использовать? На какую кнопку? А на какую кнопку его использовать? Уничтожь зурков, что... Уничтожь всех зурков, чтобы мы могли пройти. Понял. Окей. Ух ты, ты отлично работаешь, но как я и... но как я и подозревал, он может перегреться. Если это произойдет, дам ему немного... Дай ему немного остыть. Надеюсь, это хватит, чтобы добраться до поселка. Понял, понял. А, то есть... Ага, просто на кнопку это включается фонарик. А если удерживать, то эта херня включается. Окей, окей. Все понятно. Переключатель не работает. Похоже, электричество отключено. И шо? Мы должны найти способ открыть эту дверь. Я не знаю, зачем здесь бочка, но ладно. Но она ж мне никак не поможет. Или поможет?
Так вот. И шо? И чё теперь? Так, ну-ка, короче. О-о-о-о-о! Я понял тебя, я всё понял. В этой жизни мне все уже понятно. Я настолько преисполнен, что я просто уже все понимаю, понимаешь? Понимаешь то, что я понимаю, то, что ты понимаешь, все понимаешь, а? А? Работает интеллект кошачий. Мой любимый кошачий интеллект. Опа, хорош. Я, в принципе, как всегда, хорош. Так, ну здесь это не поможет мне, поэтому раз и два. И идеально. Идеально, понимаешь? Блядский городовой. Сейчас я включу, они оттуда полезут. Опа, братцы мои. Давайте все ко мне. Встаньте! Так, я не вижу дрон. Хорош. А я хорош. Ну, что я требую доказать? Брат! А, бежим! Ай-я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 й! Ай, все, нам жопа! Руби тревогу, Хьюстон! Так, ну все, я понял. Нужно было их впустить. Чтобы они как бы взяли, подошли к нам. А почему к нам? Они же подойдут к роботу. Он станет отличной приманкой. Нормально, сойдет. Давай, заходи. А! Бегом! Я какой-то Dungeon Master просто! Фух, пронесло, пошли домой. Эй, игра. Спокойно, игра. Работает, ну и ладно. Тихо. Дай бог, чтобы локация прогрузилась. Ладно, все, погнали. Добрый вечер. Ну вы где, хаткрабы? Мать твою. Где ж вы, гребаные? Давай, сейчас. Прямая, а там орда зурков. Здрасте. А, мы уже вышли. Мы уже вышли. Что? А ты кто? Кто ты такой? Любовь, морковь. Ай-яй-яй. Как же это все-таки херня сдавливает мне мозг. Спасибо, что спас Дока, маленький друг. Приятно видеть, что Шеймус больше не один. Ага.
классно. Если ты бы еще... Теперь мы знаем, что можно дать отпор дуркам. Мома ждет тебя у канализации. Окей. Док и Шеймус выглядят счастливыми. Кажется, мы с тобой сделали хорошее дело. Сделал дело, гуляй смело. Так, он ждет у меня возле канализации, значит, возле бабульки. Ну, не совсем, но не прям возле нее. А немножко повыше, вот здесь, возле этих, возле черепов. Шо? Так, а где Момо? Ну, это явно не Момо. Или это Момо? Рико. Так, Момо ждет тебя возле канализации, но его здесь нет. Чё ты мне врешь, а? Ты робот. Так, это не то. Это совершенно не то. Давай лучше здесь посмотрим. А, его здесь нет. Твою ж налево. А где он? Где он меня ждет? Так. Мама встретит тебя у канализации, чтобы помочь тебе защитить твое путешествие. Это канализация, нихера. Я думал, она там. Я думал, то. А, ну да, там же не под землей. Мама ждет тебя на своей лодке, ты отправишься к нему, но сделай это поосторожнее. Потому что я закрою за тобой дверь. Не хочу, чтобы зурки проникли внутрь. Ну так сделайте еще один этот дефлюксер. Демукстер, дехруксер. Который этот делает Эйнштейн. Так, брат, залезай. Здорово, брат. Игра, ты меня злишь. Ты меня очень сейчас злишь. И разочаровываешь. Жлишь и разочаровываешь. Ладно, не суть, не важно. Нихера, это же это. Не могу поверить, док, ты его нашел. Получилось дефлюксер. Это брат, теперь вы сможете. Мы сможем отыскать его вперед. Теперь мы сможем его отыскать. Вперед! Вперед! Давайте! Хорошо! Хорошо, все будет просто замечательно. У нас же теперь есть дефлюкстер. Теперь. На море по колен. А тайфун для нас просто ветерок, понимаешь, о чем я? Вот это у тебя хвост встал. Фонарик. А у тебя такого нет. Ты лох. Смешно. Вот это классно. Будем светить себе путь в будущее. Наша. Чё ты там рассказываешь, а? Какое жуткое место. Ну, бывает, да, место. Папа, плерам, 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 плерам. Ай, мать твою. Почему, кстати, этот? А, ну, там же заряд должен быть побольше. Я думал просто, почему фонарик может работать бесконечно, а вот эта херня нет. Не вижу способа открыть эти ворота. Может взглянуть с другой стороны? И правда, может для... Господи, почему это я должен делать? И чё? Ага, я понял. Ничего себе, ну прикольно. С другой стороны, ну взглянул я, ну и что? Ну и что, мать твою? Что-то поменялось? Ладно, отсюда он не прыгает, он у нас умный кот. Он понимает, что он... Воу! Не стоит, отстаньте! Ух! Падаль ты такая.
Что это? Сломалась херня. А херня-то сломалась. Так, окей, все, погнали. Воля! Прошу, месье. Меня только забери. Меня забери, алло. Ну, сука. Кто бы еще не забрал меня. Чё? Я никогда не отходил так далеко от трущоб. Когда ты со мной, мне даже не страшно. Ну, конечно, это же я. Но это же кот Василь. С ним ничего не страшно. С ним вообще не страшно. Если с тобой этот кот, то тебе просто нужно чилить. Чилить на слабоне, а кот все сделает за тебя, потому что он класс. И никогда не отходил так далеко от трущоб, не страшно. Ну, нет, с тобой мне не страшно. Ой, жопой чую, мне придется отойти, чтобы открыть эти величезные ворота, да? Так и будет, так и отвечаю, бля. Так и будет, брат. На самом деле это не радостная вещь. Но так и будет. Так ведь правда будет, да? Да, так и будет. Верно. Он. Аж заставка, чтобы локация прогрузилась. Шо? Вся эта странная техника вышла из строя. Думаю, открыть можно только вручную. Класс. Прикольно. Зашибись. А кто это ехать будет? Сейчас все зурки сбегутся туда. Уф, я не могу пройти с тобой, но я перестану искать выход. Зельтазапр и Клементина, когда найдешь их, расскажем их, какие храбрым я был. В смысле? А, вот, кстати, где эта метка. Вот она на боку у нас. Ладно, пойдем. Кто это? Ладненько, шоколадненько, мармеладненько. Ну так, здесь нам не пройти. Тут, конечно, есть большие дырки, но... Кот Василь не хоче цього робити. Тому що він кот Василь, да? Кіт Василь. Все нормально. Отстаньте. Я буду от них как в старые добрые времена просто бегать. Я особо не хочу пользовать эту штуку. Шо вы сидите, храбы, мать твою? Сидяне. Сейчас они прыгать на нас будут, суицидники хреновы. Да? Этот краб. Или мы к ним придем. Ох, ёб твою ж мать. Подожди, а эти... Так, алло, игра. Так, они на свет не реагируют. А на такое вот реагирует. Прикольненько.
Окей, окей, остынь, остынь, брат. Но если я подхожу к ним ближе, они сами этот лопаются. Давай, иди ко мне. Мой пупсик. Так, а может мне просто всех сагрить? Сразу семью сагрил. Ну это гениальная мысль. Это самое гениальное, что я когда-либо делал. Так, ладно, конечно. Пацаны, не надо, не надо, не надо на меня так реагировать, бурно. Я, конечно, понимаю, что я классный кот. Но все же. Блядский городовой. Куда? Куда мне идти? Ты херня опасная. Блядский городовой. Пацаны, отставить. Отставить, 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 отставить эту херню. Нам так и не треба. Ух, вот это я их сагрил. Вот это я их сагрил. Ой-ой-ой, их так много? Ух, ладненько, ладненько, ладненько. Давайте ко мне, ко мне. Все ко мне. Как говорится... Пацаны. А, хорошие. А здесь эта херня не работает? Ладно, давай я зачищу эту местность. Пожалуй. Я чувствую там жестко сзади все. Сзади все так жестко, если бы еще не лагало. Было бы вообще круто. Давайте все все за мной. А чё их так мало, кстати? Их же должно быть побольше. А, чувствую жопа. Жопа мне жесткая, жесткая жопа. Тихо, тихо, братья. Ой, хорош, ой, хорош. Так, ну труда нам особо не составляет защищать этих полудурков. Поэтому, я думаю, нужно сагрить всех оставшихся. Оставшихся. Ай, хорош. Ай, я хорош. Ай, да я. Ай, да я. Так, окей, раз. У меня выносливость благо бесконечная. Поэтому все нормально. Опа, ай. Ладно. Все, на этом прекраснейшем моменте, когда мы всех зачистили, мы с вами закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, мяу. Все, всем аливидерчи.